Вечная российская беда – дороги. В некоторых дворах 16-го микрорайона их не ремонтировали никогда. Сами дворы постепенно благоустраивают, облагораживают, строят детские площадки. Когда же дело дойдет до внутриквартальных дорог, сетуют жители на встрече с общественным советом микрорайона. Актуальные наболевшие вопросы общественники фиксируют и включают в план работ, которые потом будут реализовывать совместно с властями. В центре внимания и вопросы ЖКХ. Люди хотят жить в нормальных благоустроенных дворах, в нормальных квартирах, в нормальных подъездах, чтобы везде было чисто. И жилой фонд достаточно еще крепок, да, но где-то вот коммуникационные дела, конечно, надо менять. Лифты уже срок эксплуатации 25 лет, много надо поменять лифтов. И, конечно, внутриквартальные дороги – это бич, который здесь. Зачастую жители жалуются на работу управляющей компании, которая не реагирует на заявки. А молодых мам волнует строительство новых детских площадок. Например, Минская 37-39 и 35-й дом. Вот огромная детская площадка, много проживает детей, потому что три больших девятиэтажных дома, многоподъездных. Конечно, там желательно благоустроить, то есть поставить хорошее, сделать поле, да, волейбольное, футбольное. Впрочем, таких дворов в 16-м микрорайоне осталось немного. Ежегодно по программе «Двор», в котором мы живем, здесь комплексно благоустраивают по две территории. Жители говорят, заметны реальные перемены. За последние где-то 5 лет, ну, последние, может, даже 3 года, благоустройство в 16-м микрорайоне по детским площадкам уже чувствуется, сдвинулось это дело с места. И много уже идешь по дворам, видишь, что работает. Работы еще много, но к 2018 году микрорайон преобразится существенно. Здесь появятся тренировочные и спортивные базы, а значит и окрестности будут под стать. Работать над благоустройством горожане и общественники будут вместе с властями. Планы этой работы составляют на встречах проекта на связи с губернатором, которые, как уверяют сами жители, стали лучшей площадкой для открытого диалога. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.